Алиса, вставай, пошли играть. Но мама еще не проснулась, она должна нас одеть. Это ничего, она потом нас оденет. Пойдем, я покажу тебе свои новые машинки и нового динозавра. Ну ладно, пойдем. Смотри, вот мой новый динозавр, вот машинка, а вот гекомобиль. Давай поиграем с машинкой. Ты ее толкай мне, а я тебе. Алиса, Миша, где вы? Вы уже проснулись? Да, проснулись. Мы здесь, на полу. Ах, вот вы где, мои двойняшки. Ой, да у вас же у обоих сопли. А это все потому, что вы играете на холодном полу. А ну-ка, марш обратно на кроватку. Мама, но нам нравится играть на полу. Здесь весело. Угу, мы не хотим на кроватку. Ну ладно, так уж и быть, играйте на полу. Но тогда вам нужно будет одеть теплые колготки. Мишеньке с львенком, а Алисе с солнышком. Ладно, мы согласны. Теперь давай играть с гекомобилем. Давай. Вот так я играю со своим братиком Мишей почти каждое утро. А что вы любите делать после того, когда проснетесь? Напишите нам об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и переходите на наши другие видеоролики с куклами и пупсиками.